Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Давненько не было Андрея Вавилова у нас, руководителя Кировского отделения «Опоры России» в гостях. Наконец-то вот дождались. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Да, напоминаю слушателям, что вы тоже можете участвовать в нашем разговоре через форму анонсов на сайте hakirova.ru. Можно задавать Андрею Вавилову вопросы. Можно задавать, используя WhatsApp и Viber. 8-909-720-1010. Можете смс-ку даже прислать. Ну и позвонить тоже можно, если хотите оставить вопросы. Кто-то из коллег в редакции их может принять. Мы, конечно же, сегодня будем много говорить о бизнесе. И сначала я Андрея Николаевича попросила бы прокомментировать вот эту историю, которая была на прошлой неделе. Там, да, начиналась она, обсуждали ее по поводу ограничений, введенных для кафе и ресторанов наших, для нашего общепита. Это отрасль, которая, наверное, больше всего пострадала из-за коронакризиса. Я не знаю, можно ли так говорить или нет, но вот я просто отчеты Кировстата помню, июльские, да, там, конечно, по общепиту вообще все было печально. Предприниматели из этой сферы попросили губернатора Игоря Васильева отменить те ограничения, которые касаются работы после 23 часов. Письмо предпринимателей, которое было направлено губернатору. Губернатор, как я понимаю, видел, и есть даже официальный ответ, в котором, правда, ничего хорошего, положительного для предпринимателей я не увидела. Увидели ли вы? Давайте чуть-чуть как бы... Назад отыграем? Да, чуть-чуть назад отыграем. Аналогичные запреты у нас могли возникнуть, когда в каком-то году одна из партий вышла с инициативой запретить продавать алкоголь в ресторанах после 11 часов, встроенных, перестроенных зданиях. И это все мы когда-то проходили. И тогда объясняли власть имущим о том, что любой запрет общепита – это всегда его автоматическая нерентабельность. Поэтому то, что сейчас запрещено с 23 часов, это федеральная рекомендация. Роспотребнадзора, простите, да. Поэтому как бы винить региональные власти в том, что они применили эту рекомендацию, наверное, пока не стоит. Нет, ну тут ведь речь не идет об обвинениях. Речь идет о том, как я понимаю, что региональные власти могли прислушаться к этим рекомендациям, могли не прислушаться. Наши прислушались. Наши прислушались. Есть регионы, допустим, наш сосед Пермский край, который вел с часу ночи ограничения до 6 утра. Вот там прислушались чуть больше к бизнесу. Есть регион, который, допустим, Оренбургская область сначала ввели в 10 часов вечера, закрыли, сейчас вернулись к федеральным рекомендациям. Поэтому у каждого обстановка своя. У каждого обстановка своя, но тем не менее, я думаю, что с учетом того, что Пермский край еще на 2 часа раньше живет, я думаю, что для них вот это все как бы действительно глубокая ночь. Ну, что такое вот крайнее, допустим, Афанасьево с Пермским краем, там, в общем, все равно человек живет каким-то посолнечным часом. Поэтому я думаю, что власти, услышав бизнес, я знаю, что на этой неделе было много выступлений, много аналитики от ресторанных сферы. Мало того, власти сейчас проводят в бизнес-центре, по-моему, будут проводить какие-то обучающие семинары именно как раз для сферы. Хотя... А зачем они, обучающие семинары-то, Андрей Николаевич, если работать невозможно? Ну, видимо, деньги отыграны, надо кому-то получить вообще-то. Если нет, на самом деле обучение, это, конечно, важная история, просто сейчас, может быть, не этим надо было заниматься. Думаю, ее надо минимум перенести, максимум просто отменить, если там в форс-мажорных обстоятельствах, я думаю, подрядчик не обидится, тем более, если он еще ничего не провел. Вот, поэтому... Копья ломаем. Мы с вами много-много лет пытались помогать развивать эту отрасль. Сейчас ее мы действительно можем загубить. Коллективы встают, но если кто-то подписался на то, что сохранит коллектив и взял вот этот кредит, который у нас с сохранением рабочих мест... Помните, ему теперь, у него выхода да, теперь у него сейчас, он сейчас в вилке, что либо он все вернет, или там, я, честно говоря, процедуру возврата не знаю, я и не изучал, потому что ну, у меня нет такой ситуации. Кто-то все равно финансовые руководители изучали. Он в вилке. И с другой стороны, когда закрывается, и реально закрывается... Ну, это просто... Для бизнеса это смертельно.
Что может власть сделать? Власть может снизить только единственные налоги до 1%. Если она это услышит, по-моему, у нас сейчас достаточно мощные аналитики появились как раз вот в этом блоке, потому что за лето уже люди уже начали считать каждый день, не деваться никуда, они каждую ночь считают, что у них стало, что у них стало торговля, не стало, стало общепит. То есть они каждый день, каждый вечер, наверное, смотрят, сколько они убытков сегодня понесли или в ноль все-таки смогли сработать, а скорее всего с убытками. И сколько они еще выдержат, сколько у них прибыли прошлых лет наработано, когда они сами себя проедят. Власть сегодня должна быть не в роли статиста. Давайте посмотрим, а потом примем решение. Власть сегодня должна жить на 2-3 шага вперед. Ну вот судя по тому письму, которое было опубликовано в качестве ответа как раз предпринимателям из сферы общепита, это как раз первый вывод, ваш вариант, когда вы говорите, ну не совсем роль статиста, да, то есть там перечислены те шаги, которые предпринимались раз, там говорится о том, что мы одними из первых позволили сфере общепита работать два, но никаких там обещаний на перспективу там в этом письме нет. И вот то, что вы говорите про Пермский край, про начало вот этих ограничений в час ночи, мне кажется, у нас-то даже не рассматривался. А возможен ведь был этот люфт, я так понимаю, да? Вот как раз вот это-то и было. Давайте начнем с минимума. Давайте хотя бы по времени, да, посмотрим. По времени посмотрим, какую-то действительно выживаем, не выживаем, соберем статистику, обратную связь. Ну, то есть у нас два метода регулирования. Либо время работы, либо снизить налоги. Отменить их, ну, там, условно, до 1%. Угу. 1%, ладно, там как бы другой, просто не бывает схемы ниже 1% с оборота или там как-то. Я думаю, что власть должна бежать вперед. А есть еще возможности это для торга и для вот этого диалога? Или все уже? Вот это письмо ответное, в котором сказано, что мы так много для вас сделали, это последний шаг, который будет сделан в сторону предпринимателей. Всегда есть у всех. Есть возможность у бизнеса дальше стучать. И мы с вами, собственно, сегодня озвучиваем это. Если кто-то подключится, или я думаю, что там какие-то обратная связь будет из бизнеса. У нас всегда есть возможность, если люди хотят идти друг на друга. Только надо по полшажочка каждому сделать из своих кустов. И уже ближе на целый шаг будет расстояние. Это все зависит от предпринимателей. На самом деле у нас на федеральном сайте выложено «Опора России» очень много роликов, когда мы призываем соблюдать вот эти все нормы, которые рекомендует Роспотребнадзор. Да. Нет, мы все понимаем, что соблюдение норм – это важная история, потому что если мы соблюдаем нормы и не растет резко заболеваемость, есть шанс, что никого не закроют вообще окончательно. Но, слава богу, у части людей пришло осознание, что маска-то нужна тебе. Не Роспотребнадзор, она же на тебе, потому что человек, идущий рядом, может там вздохнуть, чихнуть, плюнуть в конце концов или еще что-то и как-то тебя заразить. И он тоже, если ты понимаешь, что ты, вот вы сейчас сказали, я бегаю по больницам, я одену маску, потому что я вас уважаю. То есть если мы уважительно начнем относиться друг к другу и маску одевать не потому, что я боюсь заразиться, потому что я боюсь соседа заразить, еще кого-то, уважительно начнем относиться друг к другу, тогда не будет вопрос. Вот я тут довелось детские каникулы сгонять в Краснодарский край. Там никто в масках не ходит. Да ладно. Вообще там никого нет, я вам клянусь. Пляжи до сих пор полные, погода была хорошая, 4 дня мы застали море и солнце. Никого там в масках нет. Единственное, что пляжи полупустые, расстояния большие. Смотрите, вот. Социальная дистанция. Мы ездили подальше на своей машине, своей отдельной семьей. Конечно, мы соблюдали это, но когда идешь по городу, и все идут без масок, ну, значит, люди готовы еще наплевательски относиться к себе и к своему окружению. Может быть, у них иммунитет хороший просто. Может быть, солнце. Они витаминов много едят, солнце, витамин D, да. Они на это надеются. Ну ладно, это мы отвлеклись на самом деле, Андрей Николаевич. А вот история-то ведь, она на самом... ну, как бы, она усугубляется. То есть то, что мы видим сейчас из Москвы, а мы понимаем, что все ограничительные меры, которые свалились на нас в марте этого года, они так или иначе все-таки были сначала там калькой с Москвы, да,
дальше, может быть, регионы уже какие-то решения сами принимали, и то не факт. Вот то, что мы видим сейчас в Москве, применительно к общепиту, конечно, не может не тревожить. В Кирове пока об этом не сказано, а в Москве сказано о том, что а, не будет рождественских гуляний, б, не будет никаких новогодних вечеринок. И эта история для общепита, она тоже очень болезненная, потому что в Новый год, я, насколько понимаю, те заведения, которые делали праздничные программы, они, в общем-то, ну, это был способ такой тоже заработать хорошо. Да, это способ удержать коллективы, хороших поваров. Это, ну, вообще, я считаю, что сейчас самое трудное – это удержать квалифицированных сотрудников на месте. Что, вроде бы средний персонал, он может переобучиться, он может, в конце концов, ну не обижайтесь, на любой завод пойти работать, на который всегда люди нужны. На какой вопрос квалификации, какое у тебя образование к этому времени сложно еще что-то. Ну куда деть профессионального повара, если он всю жизнь работает в ресторане? Только отправить его куда-то там, где сейчас до сих пор цветет. Столовую на предприятие. Столовую на предприятие. Они работают. Ну, просто повар разного класса, может быть. И повар вот ресторана, не знаю. Ну вот я когда в армии служил, да. И нам были такие военные сборы раньше были, и вот нам попался, значит, на сборах один повар с гражданки. Он научил наших всех есть готовить. Можно всех в армию куда-то отправить, еще куда-то, поддержать эту отрасль сейчас. Как вариант, где до сих пор служба идет, где еще что-то. Я думаю, что государство должно подумать совместно. Это действительно проблема, и большая проблема, и мировая проблема. Куда мы отправим повара, которому сегодня надо семью кормить, не завтра, а послезавтра, когда все откроется. Он, конечно, дома будет кушать, готовить своей семье, но надо что-то в магазин сходить. Ну, понятно, нужно за заработки, потому что никто не отменял какие-то потребности, которые требуют оплаты. Да, я считаю, что живыми. Государство сейчас может ввести какие-то вот тем людям, которые сегодня вынуждены стоят, какие-то прямые компенсации. Да вот проблема-то в том, как раз, Андрей Николаевич, что никто особо-то и не стоит. И, видимо, чем меньше вот этих отраслей, ну, чем меньше их оставалось, отраслей, которые не работают, да, тем сложнее им было защищать свои права. У нас ведь сейчас тех весенних ограничений, которые были, нет. То есть у нас вроде бы все работают. Ну, немножечко раньше закрываются, подумаешь. Только платежеспособность упала там в 2 раза. Рынки просели минимум на треть, а то где-то, говорят, и на 90, и на 100% закрылись. Да. Поэтому, не знаю, экономический блок всей страны и нашего правительства должен работать на опережение. Иначе, ну, конечно, нет ситуации, которая не может стать хуже. Но я бы Наталью Михайловну Кряжеву все-таки призвал слышать предпринимательство, добиваться вместе с омбудсменом Владиславом Леонидовичем Поповым от правительство нашего каких-то серьезных преференций для тех, кто сегодня не может работать. Просто я помню то совещание, которое Генпрокуратура проводила 30 апреля. Угу. И мне довелось там участвовать. И тот лозунг, который озвучен был, то есть запретили работать, получи поддержку. И сейчас уже надо ее делать, наверное, адресно уже вот просто вот скрупулезно помогать напрямую людям или тем предприятиям. А какие меры поддержки сейчас остались? Я, насколько помню, ведь это все временная была история. Да, это была временная история, там чуть ли не на 2 месяца. Так? А сейчас что-то вообще есть или ничего нет? Ну, когда-то мы начнем. Кроме взятых кредитов, которые нужно отдавать. Уже, наверное, начинать надо отдавать. Я думаю, что есть все шансы еще ситуацию как-то поддержать. Как? Деньги в государстве есть, слава богу. Это если федеральный центр регионам поможет. Карабах закончился, Белоруссия закончилась. Выборы в Америке нам не сильно мешают. Поэтому займитесь экономикой нашей уже. Хватит уже внешних эмоций. Это призыв к федеральным властям. Это, да, понимаю. И к региональным тоже. И к региональным тоже. Ну, а на уровне региона что можно сделать сейчас? Во-первых, быстро и качественно принять патентную систему, которая на федеральном уровне сейчас расширена. Угу. Это надо в 3 галопа бежать. Эти же столовые сейчас до 150 метров разрешили на федеральном уровне. От 100 до 150 увеличили. Я разговаривал с предпринимателями. Для них, для части предпринимателей, тоже спасение патентная система. Это аналог
ЕНВД. ЕНВД, да. То есть он фиксированно, ты понимаешь, сколько платишь, а не сколько заработаешь. Ты не знаешь, сколько сейчас заработаешь. А вот. ЕНВД точно отменяют все-таки? Вот, ну, огромное же количество было просьб, и вообще никто не понимает, почему в таких сложных условиях все-таки власть стоит на своем и говорит, нет, мы будем отменять. Но я знаю, что были просьбы от предпринимателей, там, да, и через законодательное собрание, и через профильные организации защиты прав предпринимателей. И, по-моему, ничего не было услышано, да? Все? Смотрите, я преклоняюсь перед депутатами законодательного нашего собрания, которые... Вы шутите сейчас? Преклоняюсь, что они поддержали с праворосов, и эта инициатива была направлена в центр. То есть, наконец-то есть единство хотя бы вот в понимании, что бизнес надо сохранять. Даже в этом уже есть плюс. Даже пусть она, эта инициатива, там наверху не дойдет, но на местном... Ее похоронили, по-моему, там уже. Не нашу, а вообще, всех регионов. Судя по тому, что все-таки патентную систему допахали, перепахали, так сказать. И внесли изменения. Да, и все мы понимаем, что это хоть какая-то альтернатива ЕНВД. Ну, я не буду голословным, но, скорее всего, что не будет ЕНВД. Хотя патент, видите, там все-таки ИП, а это юрлицо. Поэтому... Черт его знает. Я не хочу быть голословным, я не сижу в Госдуме. То есть ясности нет до сих пор? Если вы мое хотите мнение, ну, сказали нет, ну, уже, нельзя. В «Опоре России» что говорят? Нет, не будет, все? В «Опоре России» пытаются, мы всегда пытаемся идти дальше, отодвигать, потому что там же маркировка, какая кассы возникает, там много чего возникает. И так затрат сегодня очень много. И ЕНВД, когда бизнес сейчас переходит, если останется при той схеме, ну, налоги возрастают в 10 раз. Слушайте, вот сейчас налоги в 10 раз не надо. Их лучше вообще ничего. Помню, у Жириновского был лозунг. Какие налоги спринимаются? Все налоги отменить. Так вот это вот денег как бы. Не, простите, ну как можно отменить все налоги, а жить мы на что будем? У нас все время говорят, что предприятия, которые платят налоги, это социально ответственные предприятия, потому что за эти деньги мы строим школы и больницы, ремонтируем дороги и делаем много чего еще. Если отменить налоги, то на что будет жить вся страна? Ну вообще сейчас есть там федеральная какая-то программа по каким-то отраслям, что центр будет поддерживать и компенсировать любую инициативу, по крайней мере в туризме. Да, в туризме мы сейчас подберемся к туристическому кэшбэку, да. Ну почему бы не общепит признать такой же очень тяжелой отраслью, которая сегодня, из которой сегодня, дай бог, чтобы люди жить остались в плане отрасли. Ну нужен общепит. Столько времени, столько лет мы тратили, культуру развивали. Помните, сколько что человек вечером может себе позволить сходить в ресторан, а не копошиться на кухне, не копошиться с тарелками, мыть то все как бы, быть с семьей своей. Угу. Мы сейчас это вот из-за коронавируса все похороним. Мне кажется, это бездарнейшее решение, если вот никаких мер не будет дополнительных принят, и бизнес не будет услышан. Это вы сейчас про ограничения говорите? И про ограничения, и при налогообложении. И про налогообложение, понятно. Конечно. Ну, сделайте 1%, этого достаточно. Бизнес готов 1% платить сегодня с оборота. И есть такая норма, и есть право у региона это сделать. То есть на местном уровне? На местном уровне, да. От 1 до 6% можем устанавливать мзду с предпринимателя. А когда день X? Когда мы должны это сделать? Вчера. Просто... Нет, это понятно, что вчера. Просто у нас середина ноября на дворе. И я вот не знаю, депутаты-то наши, это ведь все равно они должны? Или это может быть, или это губернатор, или правительство решает? Налоги в сторону уменьшения могут приниматься задним числом. Ага. То есть это можно будет и в новом году сделать даже? Можете и в новом году сделать, и с 1 января ввести. Можно сейчас сделать и ввести с какого-то, когда бюджет можно пересмотреть. Понятно, что если уже в бюджете заложены эти доходы, и они куда-то расписаны, тогда надо сначала бюджет переделывать. Там было бы желание стороны имущей. Услышать наши чаяния предпринимателей. А желание-то есть или нет все-таки? Вот, ну, какой-то переговорный процесс, ведь он все равно ведется так или иначе. Все равно какие-то консультации ведутся, вы же говорите, да? А есть понимание, что оно есть человек желание? Человек всегда мыслящий позитивно. Это я понимаю, да. Что я вы считаю, надеетесь что на лучшее. Есть. Потому что у вас инструмент есть. Только вы можете, власть имущая, правительство можете там, Кировской области выйти с инициативы, депутаты могут выйти с инициативы. Вот это сейчас
так как патентная система на верхнефедеральном уровне как бы принята. На региональном уровне мы устанавливаем налоги по УСНО. Это местное решение. Давайте через вот вашу площадку, через площадку ВТПП, через площадку общественной палаты, депутатский корпус, все-таки добиваться, что мы бы сохранили несколько отраслей, которые социально значимы нам, как людям культурным. Мы хотим свалиться опять в древнюю бытность и каждый сидеть на своей кухне и кашу варить картошкой. Но нельзя это допускать. Ну тут уж ладно каша с картошкой, просто мы все понимаем, что есть и события какие-то там, да, и какие-то вещи, может быть, не все каждый день ходят ужинать в кафе или в ресторан, да, но очень хотелось бы все-таки сохранить это все. Работники этой отрасли, конечно, хотят каждый день кушать. Поэтому это правда, говорю, и дети, ну, у них. И дети у них есть, и какие-то обязательства возникли за эти годы, то есть, ну, вот, ну, не знаю, у кого-то ипотеки, в конце концов. А я правильно понимаю, что вот эта история с закрытием и с ограничением после 23 часов возможности делает работы страшно отрицательно убыточной? А что такое убыточное предприятие? Это каждый день, каждый месяц, каждый день у тебя снежный ком. Ты чем больше работаешь, тем больше залазишь в убыток. Тем больше должен. Больше должен. То есть это, если бизнес говорит, если бизнес понимает, что ничего не изменится, надо вчера останавливаться. К сожалению, расписываться своей неготовности к такой ситуации, ну, кто ее мог предвидеть? Наверное, кто-то скажет умный, надо было думать, вы бизнесмен. Ну, куда можно думать из общепита? Если мне кто-то скажет, я приму на грудь, скажу, да, я виноват. Не да. Коронавирус. Андрей Николаевич, я предприниматель, скажите, я не просчитал эти риски. Та история, которую мы все весной проходили по поводу доставки, работы на вынос и всего остального, она насколько позволяет предприятиям общепита вообще даже не зарабатывать, наверное, а продержаться там, да, вот это время? Я думаю, до 30% своего коллектива, и то, кто смог. То есть не с каждого ресторана кто-то что-то понесет, не с каждого. То есть есть ценник, который, ну, не поднять с вывозом на куда-то на периферии, ну, в смысле, за пределы помещений. А потом же, ну, это же не дешево, это затратно, это надо человека каждый раз экипировать. Он тоже бегает, он тоже может заразиться, он подвержен тем же рискам. Да, как бы. Поэтому, ну, надо еще найти таких людей. Сколько врачей, к сожалению, слегло? Ну, это же правда, как бы. Это правда, да. К сожалению, большому риску подвергаются и медики, и те люди, которые сейчас работают. И выхода-то нет, потому что не работать тоже нельзя, потому что хочется есть, и надо, в конце концов, платить налоги для того, чтобы в следующем году что-то в регионе происходило. Вот этот доставщик пищи, вот я его вижу, он на велосипеде едет, там, или зеленый, или желтый, вот, в каких-то там униформах. Он со скольки людьми за день пообщается? Со многими. Он дойдет до чьего-то подъезда, потрогает какую-то кнопку, подышит чем-то воздухом. Ну, это риск. Не, мы сейчас не говорим о закрытии общепита вообще. Я-то надеюсь, что этого, ну, не произойдет. Мы сейчас говорим о тех ограничениях, которые видены. Меня спросили про организованную видены. Доставку. Да, она рискованна. Она рискованна. Она, наверное, дает выжить какому-то маленькому коллективчику. Маленькому. Но ведь у нас сегодня патент тоже, как бы, он там 10 человеком и ограничен. Мы не все, мы сейчас, давайте будем сейчас всех обманывать и делить там коллективы на 10 человек. То есть мы не все там и с патентом тоже не выживем. Мы с УСНО с 1%, скрипя зубы, будем тянуть. Бизнес готов 1% платить. Больше, ну, просто ниже нельзя. Мы им ниже попросили бы, ну, ниже просто нельзя. Нет такого, как ноль нельзя сделать. Андрей Вавилов, да, в нашей студии ноль нельзя сделать. Хотя говорит. Есть, да? Есть налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей. Но это опять вы только, сейчас опять призываете, только патент, да. Призываете людей, которые в этой сложной ситуации смотрят и думают, как же бизнес вообще с этим справляется, тоже присоединиться, да, к этому, изнутри понять, как справляется. Не знаю как. Честно, да. Это чудо какое-то, что еще кто-то работает. Кто-то работает. Полторы минуты перерыв у нас, и мы вернемся с особым мнением. Особое мнение на 101FM. Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения «Опоры России» в нашей студии. Мы продолжаем разбираться с последствиями коронавируса и с теми действиями, которые принимают власти, предпринимают власти для поддержки бизнеса. Вы сказали уже, с туризмом получилось, да, кэшбэк туристический, который был введен в августе сначала, да, как, ну, такая
пилотная, что ли, история. Продлили на второй круг. Причем сейчас сняли все ограничения. Путевка может стоить любую сумму совершенно. Возвращается с нее до 20%. И не обязательно должен быть полный пакет. Ты можешь купить просто гостиницу, которая участвует в программе туристического кэшбэка, через сайт «Мир путешествий» забронировать себе место там, да. И ее можно забронировать, например, на 2 ночи, а не на 4, как было раньше. И вот эта история-то, наверное, ну, пожалуй, одна из немногих таких программ, которые направлены на поддержку бизнеса в виде удочки, то есть дают механизм для работы. Столкнулись с сложностями, рассказывали о том, что не все, конечно, игроки туристической сферы готовы были в это сразу вписаться, но, тем не менее, вроде бы что-то шевелится. Речь идет о внутреннем туризме. Вот эта программа туристического кэшбэка, как вам кажется, она поддержит отрасль или не поддержит? Вообще внутренний туризм, у обывателя возникает вопрос, а надо ли поддерживать в условиях закрытой за границы? Я бы сказал, что на уровне Кировской области у нас внутренний туризм практически не раскручен. Именно в регионе, вы имеете в виду на приезд в наш регион туристов? Если говорить об нашей экономике, то он не раскручен. Сколько-то были там детские какие-то летучие корабли, еще что-то. Ну, у нас есть детская программа, да, которая как раз вот в программе туристического кэшбэка есть. Вот. А взрослые, кроме как энтузиасты пешком по Вятке, я даже как бы боюсь, ну, динозавров можно съездить посмотреть. Так. Котельнич и вот сюда, в Кирове, сходить в музей. Ну, в санатории у нас приезжают очень много желающих. В санатории у нас, конечно, приезжают. Это вот медицинский какой-то такой туризм. Да, то есть вот у нас все-таки кластер тут, который там на границе Куменского и Уричевского района, где у нас Нижневкино, Сосновый Бор, еще что-то. Там, ну, туда, наверное, как раз, когда мы с вами разговаривали, с тех туда поваров дети, и, в общем-то, пусть наоборот... Там всем мест не хватит, Андрей Николаевич. Поварам... Ну, если бы я был главным поваром, ну, если бы официант предложили работу, наверное, бы пока пошел. Ну, если совсем нет заработка, если то понятно. Если совсем нет заработка, да. Ну, а что делать? Ну, хорошо, вот смотрите, вы говорите, у нас не развит. У нас есть санаторий, у нас есть детский туризм, такой тематический, да, связанный с динозаврами, с летучим кораблем, с их программами, и все. А у нас развивать-то его надо или не надо, учитывая, что такое количество соседей у нас, там где-то горнолыжка, где-то еще что-то. Ну, вот когда-то горнолыжка, когда была в новизну, и пока все там руки-ноги не переломали, все наши местные. Я честно говорю, что я сколько людей знаю, много кто поломал. Тогда, конечно, мы вот в 2010-2009, там, когда Алпатовые братья построили все, это было в новизну, и все это, пока там не устарело все, по новой надо все начинать, затихло все. Это в регионе нашем. Да. А что мы еще-то можем предложить, кроме горнолыжного, что предлагают все наши соседи, и кроме санаториев наших, что, может быть, не везде есть, и детского туризма? Есть у региона вообще перспективы-то в этом направлении? Или мы только потребители в этом смысле? Ну, мы всю жизнь были настроены на северян. Да. Вот, поэтому наши... Северяне, это мы имеем в виду, да, вот соседние республики. Да, Воркутан, Надымы там и все. То есть они к нам. Поэтому у нас вот это конкурентное преимущество, что у нас точки пересадки это Киров. Поэтому я не думаю, что надо что-то новое изобретать. Надо работать с северами, продолжать. Наше конкурентное преимущество, говорить, что можем? Ну, северян можем обслуживать. И все? Газ никуда не делся, уголь, наверное, ну, все равно там добывается, поэтому глобально ничего нового у нас не будет. Экотуризм, сельхозтуризм. Но это есть во всех регионах. Ну, это везде есть, да. То есть нам... Давайте все-таки пойдем, а тот, кто платит. Платит кто? Ну, для нас платят северяне, у него деньги есть. И мы вот имеем это конкурентное преимущество, считаю, неплохое, и не надо ничего выдумывать. А если говорить о программе в целом, как вам кажется, все-таки вот она поддержит отрасль или не поддержит? Ну, там пока не очень все понятно, то есть вот итогов по второй серии пока еще нет, есть только по первой. Я думаю, что это больше пока политические заявления, чтобы поддержать Сочи, Крым. Но это сейчас, потому что в первой программе они не участвовали. Ну, поэтому... Их сказали, что их и не надо поддерживать, они и так хороши. Поддерживают другие регионы. Не знаю, нам кажется, что... Мне кажется, как человеку, экономически пытающийся мыслить, я не говорю, что мысли слишком много себя не буду брать, что... Помните, как бы любое там государственная дотация приводила к
автоматическому повышению цены. Любое увеличение пенсионной пенсии приводило к инфляции стоимости, с росту товаров. Поэтому все эти какие-то резкие... Кто-то успеет, схватит, может быть, 1-2% бизнеса за счет этой программы как-то... Продержатся. Или продержатся, или чуть-чуть разживутся. Ну, поэтому тут, я думаю, что глобального какого-то такого потепления не будет. Так, подождите, то есть вы считаете, что это больше механизм вот такой разовой поддержки, чем там работа на перспективу? Думаю, что это такой политический шаг, что мы про вас не забыли. Ага. Держитесь, мы про вас не забыли, у вас могут быть деньги. А может эта история быть историей, ну, воспитания, что называется, да, то есть за то время, пока закрыта возможность выезжать куда-то там дешево, да, например, на зарубежные курорты, люди переключатся на Россию и дальше будут использовать именно этот вид отдыха. Да ладно, в Турции кто хотел, то до сих пор летает. Какие дешевые курорты закрыты? Никакие. Но в Турции, говорят, цены поднялись очень сильно. Ну, Кубу никто не закрывал. Кто с ними? Да, Куба — это не самый дешевый тур зарубежный, Андрей Николаевич. Самый дешевый был Турция и Египет же всегда. Ну, там Греция, какая-нибудь недорогая Испания. Не знаю, давайте на эту тему. Вот я не готова. Не то, что вы не готов. Я просто знаю, что вот вчера у меня до Кубы не долетели, самолеты оставили в Турции, они уже там пятый день загорают и счастливы. 35 градусов тепла. Это вот то, что на поверхности. А то, что если... Серьезно, давайте серьезно, то есть пригласим туроператоров, приглашайте, там, если надо, мы тоже своих пригласим, то в опоре пообщаемся на эту тему. Насколько вот эти дотации... там... Не переключат они внимание все-таки людей на будущее. Вот коронавирус ведь закончится. Если бы мне завтра сказали, что я тебе верну 20% от этого отдыха, я бы сначала подумал, а у меня, есть ли время сегодня ехать, второе, если у меня в принципе деньги на отдых, в эпоху сейчас, наверное, единицы имеют деньги на отдых. Хотя, конечно, все хотят отдыхать. Угу. Поэтому человек может быть какой-то колеблющийся, человек и принят решение, но это будет такой мизер, что, может, 3-5%. Дай бог, чтобы я ошибался, что 100% россиян побежали, потому что завтра 20% вернут. Но это же все равно не халява. Ну, конечно, надо же заплатить сначала. Да. И только потом получить 20%. Если 50% возвращали, я бы подумал. Ага, то есть вы за расширение. 20% как-то несущественно. Существенно. То есть, нет. Думаете, не пересядет массовый человек сейчас на вот эти вот туры? Не откроют для себя Россию? Нет, никто на Волге не пересел, когда они были 2 раза дешевле по содержанию, по покупке. Все ездили на Тойотах в правительстве Кировской области, в том числе тоже. Но программа-то вообще нужна, вот хотя бы как программа поддержки для отрасли. Да надо что-то делать, надо. Я не говорю, что это плохо. Это очень здорово, что государство говорит, мы про вас помним. Вот это сейчас можем дать. Мы такие, блин, маловато, дайте еще чуть-чуть. А государство говорит, мы и так для вас много сделали, как написано в письме ответным предпринимателям. У нас другие есть дыры, куда дыры затыкать. Ну ладно, сколько дали, будем сидеть ждать. Ну, удочкой, мне кажется, на сегодняшний день это не будет. Понятно. Даже крючком не будет. Понятно. То есть это больше хлеб все-таки. Ну, временная такая история, мера поддержки. Для поддержания штанов. Я же сказал, это политический лозунг. Политический. И это тоже важно. Вот, кто-то тоже там, да, на этом сделает. Это тоже важно, на самом деле. Как-то надо успокаивать часть населения, которая работает в туротрасли, что про них не забыли. Да про всех не забыли, так-то, если посмотришь. Всем что-то где-то дают вроде как, да. Только почему-то все мы жалуемся, что все хуже и все тяжелее. Нет? Не знаю, я не жалуюсь. Ну, понятно. Мне некогда жаловаться. Да и предпринимателям особо некогда жаловаться. Ну вот, кстати, о жалобах у нас остается 4 минуты. Давайте мы с вами немножечко еще на перспективу поразмыслим. У нас в регионе, по примеру всех остальных регионов, да, и по распоряжению, по предложению президента России Владимира Путина, создается Центр управления регионом, так называемый ЦУР. Не только в Кировской области они появятся. Насколько помню, должны к 1 декабря появиться. Их основная официально декларируемая задача —
это изучение удовлетворенности кировчан работой власти. То есть будут анализировать сообщения по официальным каналам, сообщения по неофициальным каналам, в том числе в социальных сетях. Насколько я понимаю, сейчас вот там еще не сформирован даже штат, ну, то есть вот сейчас только формируется он, да, и на следующей неделе этот ЦУР нам будет презентовать наш губернатор Игорь Васильев. Не знаю, насколько своевременные меры, не очень понимаю, зачем это нужно и зачем отдельный центр создавать. Может быть, вы знаете ответ? Ну, считаю, что у нас есть приемная президента, приемная правящей партии. Прокуратура постоянно мониторит СМИ там, на какие-то вот такие казусные вещи. Да? Еще одна структура. Есть Народный фронт. Не знаю, еще, видимо, еще не всех ублажили, кто жалуется. Ну, наверное, не всех. Наверное, вот у нас же Лев Соломатов создал вот этот вятский там, да, телеграм. Кто-то же должен читать, кто-то же должен аналитикой заниматься. Видимо, пока нет таких специалистов. Поэтому, ну, значит, кто-то на федеральном уровне, ну, там, не знаю, администрация президента, видит, что не все объяты. Жалоб слишком много. Значит, надо с ними что-то делать, на них реагировать. Им там наверху виднее. Деньги дали федеральные, нам надо освоить. Замечательно. Будет ли что-то лучше? Наверное, на одну жалобу в год снизится неуслышанный. Но ведь, чтобы жалобу решить, нужны денежки. А может быть, вот эти деньги, которые истратить на ЦУП, просто какие-то пару жалоб, деньги истратить напрямую, целевую. Может, тоже хватит 15 прокладок делать? Я все-таки за прямую поддержку жалобщиков, а не за вот аналитику, как и сколько их жалуется. Ну вот смотрите, есть предположение, что этот центр просто будет, ну, ширмой, что ли, какой-то, да, который будет, помимо вот этой вот декларированной задачи, выполнять еще одну. Я не знаю, правда, как, да, это некий контроль за происходящим в соцсетях и подготовка там полигона, плацдарма для победы Единой России на следующих выборах. В правительстве Кировской области есть управление внутренней политики внешней, так? Да, то есть, да? Возглавляет известно как. Но, видимо, ну, с другой стороны, есть губернатор, а есть главный федеральный инспектор на территории Кировской области. Видимо, и федеральная власть. Да, федеральная власть. Видимо, надо еще эту систему поконтролировать. Федеральная власть, видимо, все-таки федеральная власть посчитала, что, ну, не справляемся мы тут на местах, поэтому дайте-ка мы вам тут еще что-то поанализируем, и что-то, может, на эту структуру денег дам, то есть это федеральная, ну, какая-то структура. Видимо, администрация, я же говорю, посчитала, что недостаточно, они мониторят регион. Ну, дали денег, кто-то ее возглавит. Жизнь-то людей изменится от того, что появится этот центр? Одного-двух, может быть. Одного-двух, может быть, говорит Андрей Вавилов, но не в массе. Нет. Да, программа «Особое мнение» на этом завершается. Спасибо большое, руководитель Кировского отделения «Опоры России» Андрей Вавилов, я Анна Лапшина. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.